течение времени с 2002 года по декабрь 2005 года объект выполнял задачку уничтожения запасов химического оружия. За все время было уничтожено порядка 1140 килограмм отравляющих веществ. Это составляло 2,9% от всего запаса химического оружия Российской Федерации. Значит, за все время объекта весь технологический процесс подвергался строгому контролю со стороны промышленной безопасности и экобезопасности. На всех стадиях технологического процесса были разработаны графики санитарно-технического контроля, которые согласовывались с ФМБ России, межрегиональным управлением, которые также проводили постоянный четкий контроль. За все время работы объекта не было допущено никаких отклонений технологических параметров, все выполнялось строго в соответствии с технологическим регламентом. Сейчас объект с 2011 года был перепрофилирован на основании указа Федеральное казенное предприятие. И сейчас объект занимается основным видом деятельности, это ликвидация последствий бывшей деятельности объекта по уничтожению химического оружия. Сейчас я вам предлагаю проследовать в лабораторию, которая непосредственно проводила мониторинг как производственный контроль проводила, так и мониторинг окружающей среды. Прошу вас. А можно один вопрос? Да, понятно, что было. А что будет, если нас же интересует именно то, что... Значит, сейчас объект занимается непосредственно программой ликвидации последствий деятельности объекта уничтожения химического оружия, то есть переработка отходов, которые находятся здесь, от ликвидации уничтожения химического оружия. Здесь планируется введение в действие новых установок, которые будут заниматься уничтожением, обжигом грунта, строительных конструкций, металла. А также сейчас на данный момент проводятся работы по... Завершаются уже работы, смонтированную установку по производству особо чистого мышьяка и арсина. Вот. И в дальнейшем планируется также объект задействовать на уничтожение, на переработке отходов первого-второго класса опасности. С вводом в эксплуатацию новых технологий, соответственно, новых производственных мощностей. Вот это основные задачи объекта на будущее. Переработка, настроение, есть или нет?